Что происходит, ребята? И добро пожаловать на мое прохождение игры Туника. Играю в это на Xbox Series X, и это только что вышло через Game Pass сегодня, что потрясающе. Я с нетерпением ждал этой игры уже около 5 лет. Я действительно взволнован, чтобы прыгнуть в это. Я действительно пытался запустить его, но потом я на самом деле ни во что не играл, так что я просто собираюсь перейти к нему сейчас. Я нажал на новую игру, а потом она разбилась, так что надеюсь, этого не произошло. Этого больше не повторится. Я избегал демонстраций из-за этого. Я вроде как хотел войти без особых усилий. Я не знаю, я просто хотел посмотреть первую пару трейлеров, которые я с тех пор рекламировал. Я не играл ни в одну из. Я думаю, что там было что-то вроде демо-версии Steam. Может быть, они тоже добавили его на Xbox в какой-то момент. Хорошо, ясно, что у меня еще нет оружия, так что я собираюсь войти сюда. Хорошо, у тебя есть палка. Я хочу переключить это на что-то вроде правого бампера. Наверное, вернемся к этому. Нет, я думаю, я сделаю так, чтобы это не было X. Я могу уклониться от броска. Я оставлю это как B или Dodge Roll Day. Я не знаю, есть ли какая-то система прокачки, или это просто как разблокировать лучшее снаряжение по ходу дела. Я думаю, что смогу сделать это падение. О, я даже не могу упасть. Не обращай внимания. Чертовски силен. Я не ожидаю, что будет много указаний о том, куда мне нужно идти и что мне нужно делать. Это безопасное место. Это дверь, которую нужно просто открыть. Я чувствую, что мне просто нужно найти ключ. Если только это не какое-то испытание, давай посмотрим. Я что, должен просто идти по дыму? Это то, почему я сейчас иду. Или я просто гуляю в космосе? Я получил от этого что-нибудь, кроме небольшого. Запечатанный навсегда. Хорошо, так что ясно, что я ищу свою маму.
Это классная маленькая особенность. Я могу разрезать их палкой, или мне нужен настоящий меч. Теперь мне нужен меч. О, вот ключ к этому. Я даже не уверен, что это должно быть. Я знаю, что так и должно быть. Я не знаю. Где я застрял? Я был там. Могу я нажать на это? Я ничего из этого не могу прочесть. Интересно, открою ли я что-нибудь, что позволит мне любить читать? Давай стань мечом. Очевидно, что эта игра очень вдохновлена Зельдой, но после того, как я только что сыграл в Death's Door в прошлом году, я также могу. Вы знаете, что с ней есть некоторые связи. Очевидно, это было в разработке еще до того, как появились Death's Doors, но все равно похоже. Хорошо, я не должен быть здесь. Так что же это за кольцо? Восточный колокол. Кольцо. Западный колокол. Это, наверное, не меч, не так ли? Нет, это не так. Что это такое? Это что, здоровье? Это ограничено, поэтому я не хочу им пользоваться. Так что я просто должен убедиться, что случайно не нажму на нее, на который я собираюсь случайно нажать. Не может быть, чтобы я этого не делал. О, я даже не видел эту стрелку, указывающую в эту сторону. Я должен был быть внимательным, но, по крайней мере, я пошел. У меня есть еще кое-что. Хорошо, восточная колокольня. Это, наверное, то место, где я собираюсь достать меч. Позволь мне поднять этот первый. Просто контролирует что? Три, три, три. Я действительно хотел бы отказаться от всего этого. Еще одно безопасное место. Это, по сути, костры темных душ. Три, 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 три. Я не собираюсь пытаться драться с этими парнями палкой. Мне просто нужно добраться туда, где я смогу достать меч. Я верю, что эти стрелки приведут меня в правильном направлении, что может быть глупо.
Это будут места для быстрых путешествий. Разве это уже не научило меня, как фиксироваться? У меня еще нет меча, чтобы прорубиться сквозь эту траву. Куда это ведет меня к могиле героя? Это определенно звучит как место, где будут мечи. Плюс на нем был маленький значок меча, так что, думаю, я мог бы. Ты знаешь, их можно было ожидать. Куда я иду? Я просто чувствую, что у меня действительно нет шансов против этих парней, если у меня нет меча. Смогу ли я пройти этот путь? Теперь я должен вернуться. Вот так. Мы. О, да ладно, ладно. Как будто это так. Я думал, что это заставит меня заставить его полюбить, сломать это или что-то в этом роде. Черт возьми. Я знал, что буду давить. Я думаю, это бесполезно. До сих пор толком не знаю, какие кнопки или что. Да, с мечом намного проще. Я собираюсь отвлечься сейчас, потому что я собираюсь продолжать пытаться достать все эти сундуки, которые едва находятся вне досягаемости. И это, вероятно, будут просто драгоценные камни, которые на самом деле не кажутся. Я имею в виду, я не знаю. Я, наверное, смогу купить на них зелье и прочее. Я не знаю. Может быть, я смогу использовать их для повышения уровня. Кто знает? Две бомбы. Мне, наверное, следовало исцелиться, прежде чем приходить сюда. Я и не подозревал, насколько плохо у меня со здоровьем. Теперь у меня всего один выстрел на один удар. Это явно какая-то схватка. Вот дерьмо. Да, у меня нет здоровья, чтобы пытаться связываться с ними прямо сейчас. О, Господи, просто продолжай уворачиваться. Я не знаю, должен ли я был идти туда, где стоят эти два парня, или это тот путь, по которому я должен идти. Я должен подняться на колокольню, так что я думаю, что это будет правильный путь, несмотря ни на что. Восточный лес — это снова то место, где я был. Да, это так. Это прекрасно, потому что теперь я могу немного подлечиться. Они выглядят так, как будто, ну, один из них — тяжелый враг вон там. Посмотри на него. Я не собираюсь беспокоиться о нем, хотя. Еще нет. Удары в спину приносят больше очков или больше урона. Не смотри так. Могу ли я сбить людей с толку? Нет, ты можешь прижать его к этому, что в принципе так же хорошо.
Мне показалось, что в тот раз он сделал это немного быстрее. Должен же быть способ повысить мою выносливость и здоровье. Гауптвахта номер один. Могу я уронить что-нибудь, что позволит мне открыть короткий путь? Я предполагаю, что мне не нужно туда спускаться. Я предполагаю, что это просто открывает короткий путь. Черт возьми. Вот дерьмо. Так что ты определенно не сможешь ударить его дважды. Ты должен ударить его один раз, а затем увернуться один раз, а затем увернуться. Это будет происходить каждый раз, когда я умру. Или это просто как первая смерть. Я не помню, где я это открыл. Я думаю, что все было бы именно так. Я не знаю, что именно. Я имею в виду вот что. Кажется, это так же быстро. Все в порядке. О, очень темные души. Ты собираешь свои души. Вот дерьмо. Все в порядке. О, черт, я этого не предвидел. Значит, он может бить меня каждый раз. Это звучит немного дерьмово, но это нормально. У меня есть только два батончика здоровья. Вот почему. Вот так. Видишь ли, я не знаю, наносит ли он определенное количество урона, как при каждом попадании. Может быть, он берет так, как более тяжелые парни берут одно сердце, или одно не сердце. Но ты же знаешь, что там есть небольшой калибр, повышающий его. Неужели это просто автоматически заставляет меня принять это? Это определенно должна быть фальшивая стена. Нет, ладно. Может быть, мне придется использовать бомбу 3. Этого мне нужно ударить. Я предполагаю, что это будет короткий путь, который я могу пропустить прямо здесь. Это круто. Хорошо, вот и закончена восточная колокольня. Я должен сделать что-нибудь еще с этим. Или это хорошо? Хорошо выглядит. Теперь мне просто нужно сделать западную.
который на Западе, должно быть, вернулся туда, где я был. Кто это? Хорошо, вот карта. Здесь нигде не сказано, что ты здесь, верно? Я уже ходил в восточный лес. Теперь пойдем в западный сад. Для меня это еще один короткий путь. Здорово. Я, наверное, должен был взорваться там еще немного, но я могу вернуться к этому. С таким же успехом можно было бы сэкономить в этом месте. Так что я. Хорошо, теперь я думаю, что мне нужно подняться сюда. Извини, не там наверху. Я думаю, мне нужно подняться обратно этим путем, и это приведет меня на другую сторону. Нет. Я должен быть в состоянии упасть таким образом. Все в порядке. Разве это не похоже на то, что ты должен быть в состоянии спуститься таким образом? Я имею в виду, я не знаю, каким другим путем ты мог бы пойти. Но ладно, дай мне взглянуть на карту. Значит, я прямо там. Мне нужно идти. Я думаю, мне не нужно подниматься. Я подумал, что поднимусь и спущусь где-нибудь. Я думаю, я пойду налево. Я пришел, и это уже вырезано. Это магазин. Похоже, это будет магазин. Может быть, и нет. Да, это магазин. У меня хватит еще на одно зелье. Я надеюсь, что это сделает их. Да, так что теперь у меня двое постоянно. Позволь мне вместо этого положить туда несколько динамитных шашек. Может быть, я использую что-нибудь из этого, чтобы сразиться с парнями здесь, внизу. Видишь, что они? Ну, я не собираюсь использовать одного из этих парней, если я знаю, что смогу победить их. Давай, я не хотел бросать это перед собой, так что я получил несколько таких. Хорошо, давай вернемся этим путем. Я думаю, что там есть ключ. Здесь должен быть ключ. Да ладно тебе. Я был здесь. По крайней мере, они бросают ад. Но все равно я был на том пути. Я не должен. Я вырезал это. Я пришел сюда и умер несколько раз. Надеюсь об этом. Ничего себе, ничего. Мне не нравится, что это как бы дает тебе возможность отказаться от того, чтобы забрать ключи. Например, если это то, что мне нужно для продвижения игры, почему я должен когда-либо отказываться от этого? Это ловушка. Ничего. Похоже, это была ловушка. Могу я пойти этим путем? Там есть какие-то секретные вещи. Мне это нравится.
Так много маленьких потайных ходов, подобных этому. Как будто я только что это второй, на который я просто случайно наткнулся. Что это такое? Я не знаю, насколько это сейчас важно, но я понял. Это тоже сундук прямо там. Это похоже на большую сумму денег или это просто? Нет, я не хочу этого делать. Мне не нравится, что B — это кнопка выбора, потому что я всегда нажимаю B, чтобы отказаться от чего-либо. Я не знаю, куда я сейчас иду. Я знаю, что мне нужно вернуться в старый дом, который, возможно, находится в этой стране. Или это может быть просто хорошо. Нет, это просто короткий путь, который я могу открыть. Надеюсь. Давай, открывай. Это старый дом. Надеюсь, в этом есть спасительное место. Нет, это не так. Я не знаю, что это такое. Давай посмотрим, смогу ли я. О, это. Я такой тупой. Как я могу не видеть этого сейчас? У меня тоже есть щит. Хорошо, и так, я получил щит. Могу я встать вот так? Круто. И это должно привести меня на другую колокольню. Должен, я не знаю. Давай посмотрим. Зуб. Я собираюсь атаковать каждую пару черепов, которые увижу. Вот это в некотором роде гениально. Хорошо, я определенно пока не могу туда войти. Это короткий путь, который я смогу открыть в какой-то момент. Куда это ведет к опасности? Это должно было быть умно. Не нападай на него отсюда. Я не знаю, почему это позволяет мне схватить его, так что если я смогу подобраться к нему сзади, то это мгновенное убийство. В значительной степени. О, это уничтожит меня, не так ли? Да ладно тебе. Да ладно тебе. Вставляй его, пока они не добрались туда. Если ты стремишься увеличить свою силу. Хорошо, и так, зуб увеличивает мою атаку, сердце увеличивает мои или цветы, увеличивают мои HP. Это круто. Это удобно. А нет. Если я спущусь сюда, они, вероятно, отчаются и вернутся туда, где им положено быть. Я собираюсь вернуться на первое место, потому что я не хочу проиграть в этом. Даже,
Я даже не знаю, полезно ли это. Это может быть даже не так. Ну, я думаю, я посмотрю. Я не знаю, почему я говорю об этом. Хорошо, да, это действительно полезно. Мне нравится, что в этой игре есть определенные короткие пути, которые просто скрыты, и как только вы перейдете на другую сторону, вам понравится, что это очевидно, потому что это означает, что ускорение в этой игре будет потрясающим. У нас будет так много возможностей побриться, как будто у нас много свободного времени. Я рад видеть, как люди пытаются ускорить это с помощью всего лишь палки. На самом деле я больше ничем не занимаюсь. Черт возьми, я надеялся на это. О, мне тоже следовало вернуться и поправить здоровье. Чувак, у меня нет зелий здоровья. О, я в порядке. Ладно, круто. Я собираюсь сказать, что этого не было. Я нашел только два из них сейчас. Может быть три, может быть четыре. И двое из них были очень близки друг к другу. Так что я вроде как предполагаю, что во многом из этого мы будем близки. О, они могут следовать за тобой в разные комнаты. Это интересно. Ну что же, я был в безопасности. О, давай, дай мне опустить это. Мне, вероятно, понадобятся драгоценные камни, чтобы действительно обновить свои вещи, так что я должен быть уверен, что буду следить за всеми этими вещами. Что это такое? Ты еще толком не понял, что это такое. Я нашел похожего. Я не знаю, продолжать мне или нет. Здесь определенно будет что-то спрятано, как только я стану похожим на факел позже. Или я, наверное, смогу как-нибудь поджечь свою палку. Хочешь его в качестве щита? Да, это просто напрашивается на смерть. Теперь у двоих из них будет щит. У меня на заднице трое парней из щита. Это шорткатерс. Это просто пойми меня. Похоже, это должно быть кратчайшим путем. Это похоже на то, что я уже должен был увидеть. О, это что? Что это такое? О, я собираю кусочки карты. Вся карта. Здорово. Нет, я этого не хотел. Я еще не пытался открыть этот сундук. Это не так уж глупо. Пожалуйста, будь достойным этого. Ты знаешь, понятия не имею, что это такое. Мне определенно нужно включить здесь свет, как только включится свет. Ах, стреляй. Для чего это? О, это фонарь. Я думал, что должен был положить его куда-нибудь вместо этого. Это просто осветит мой путь, так что теперь я должен быть в состоянии видеть здесь в темноте. О, да, это освещает всю комнату.
Я не связываюсь с этими парнями. И я должен сломаться. Да, и меня вроде как ждали. Я знал, что получу рект. К счастью, я открываю достаточно коротких путей, чтобы это была быстрая-быстрая прогулка. Надеюсь, эти ребята не будут преследовать меня, как в нескольких комнатах. Ну, это как загрузка в комнате, так что это забавно. Я думаю. В следующий раз, когда я буду в одном из мест сохранения, я собираюсь обновить свой. Я думаю, я пойду на первое место. Я думаю, что у меня тоже есть один для выносливости. О, вот я прямо здесь и вижу, что это такое. Хорошо, посмотрим, поможет ли это. Да, я должен быть здесь, чтобы обновиться. Или я могу просто обновиться где угодно. Хорошо. Ну вот, по 100 каждому. $200 за здоровье, но я определенно собираюсь использовать свое здоровье. Хорошо, да. Я тоже должен быть на одном из этих. Так что ого-го. Это едва ли увеличивает его. Я надеялся, что это будет намного больше, чем это. Давай увеличим мою атаку и посмотрим, увеличит ли это ее. Как это скажет мне, если я увеличу его на 10 или 1? Я думал, что это было из 100. И я пока не собираюсь использовать два других, хотя, наверное, должен. Но я не знаю. Так что ты можешь попробовать, и тебе повезет. И просто так, пробеги здесь без. Без фонаря. Значит, где-то здесь есть лестница, по которой можно спуститься. Спайк, спайк, спайк. Я стою прямо там, где написано, что есть лестница, по которой можно спуститься. А это значит, что я должен что-то с этим сделать. Хорошо, я должен зажечь эту штуку. Делая это, я порождаю кучу парней. Это отстой. Но они не могут пользоваться лестницами, так что я могу просто уйти. Хорошо. Ну, хотя они могут летать. Еще одна сломанная вещь. Понятия не имею, что это такое. Ну ладно, в этом есть смысл. Я думаю, из трех разбитых бутылок получится полная бутылка с зельем.
Я мог бы также использовать это зелье, чтобы я мог исцелиться. Позволь мне просто использовать динамитную шашку. Или у меня ничего нет, не так ли? Вау! Это так раздражает. Хорошо это выглядит. Это потайной ход, или я должен идти этим путем? Ладно, это просто потайной сундук. Надеюсь, я не захочу возвращаться туда пешком, потому что я заблужусь. Почему этот свет становится намного слабее? Это что? Дай мне посмотреть, смогу ли я это исправить. Это что-то, что мне может понравиться. Что это значит? Я собираюсь потратить одну из них впустую, просто чтобы увидеть Бога. Это все еще было чертовски опасно. Надеюсь, им не понравится, как мне убрать это с этого места. Наверное, я не могу. Вот так. Конечно. Я не вижу ничего, что могло бы открыться, или увидеть, где это вообще открывается. Ну что же, это все исправляет. Я думаю, это приведет меня к основанию колокольни. По крайней мере, чертовски близко. Интересно, если мне нужно просмотреть это как бы предупредит меня о чем-нибудь? Нет, не совсем. Неужели я все еще не могу добраться до колокольни? По крайней мере, дай мне какое-нибудь место, где я смогу восстановить свое здоровье. Ну, похоже, это должно было быть место, где я мог бы восстановить свое здоровье. Хорошо, там есть безопасное место. Просто будь готов к этому, потому что, если я пройду весь обратный путь, я не думаю, что там был какой-то контрольный пункт или какой-то короткий путь, который я открыл. Послушай, хорошо, значит, здешние аллигаторы довольно сильны. Мне нужно заставить этих маленьких ледяных чуваков случайно выстрелить в аллигаторов и заморозить их. Все в порядке. Я даже не знаю, достаточно ли я силен, чтобы пойти туда с этими аллигаторами.
Летающие чуваки, которые атакуют замораживанием, такие мощные. Эти зелья должны заживать как одна полная стопка каждый раз. Что это такое? Если оно собирается драться со мной, оно войдет сюда. Конечно, это поиск тепла. Все в порядке. Интересно, что мне нравится. Очевидно, что это будет какой-то короткий путь, верно? Дерьмо. О, я так облажался. О боже мой! Что это? Да, я хочу этого. Это кинжал. Нет, это Кристи носит твою шею. Что мне с этим делать? Где это? Я не знаю. Я могу это использовать. У него всего 3 заряда. Это ледяная атака. О, зарядка занимает так чертовски много времени. Хорошо, я не думаю, что мне нужно возвращаться туда. Я должен использовать этот ледяной кристалл на чем-нибудь. У меня уже есть эта карта для этой области. У меня еще нет домена лягушек. Хорошо, я не знаю, для чего еще я могу это использовать, кроме как для настоящей атаки. Пытаюсь посмотреть, смогу ли я что-нибудь заморозить, может быть. Ладно, ребята, это будет конец первой части. В этой части я показал тебе, где взять меч, щит, фонарь, а затем ледяной посох. Так что, если это тебе помогло, пожалуйста, подпишись, и скоро будет вторая часть. А затем я также опубликую полную версию игры вместе. Спасибо, что посмотрел.